В парке «Лесная опушка» прошли соревнования по спортивному ориентированию на кубок главы городского округа Люберцы. За звание самых сильных, ловких и интеллектуальных боролись как взрослые, так и дети. Тему продолжит наш корреспондент. Спортивное ориентирование называют шахматами на бегу, ведь с момента старта и до финиша участник состязаний должен постоянно анализировать свои действия. В Люберцах этот вид спорта стремительно набирает популярность. Каждый год в округе проходят соревнования на кубок главы муниципалитета. Очередной марафон собрал более 500 спортсменов. Участники от 6 лет и выше. Самому возрастному участнику сегодня у нас под 70 лет. Дистанции были поставлены максимально комфортно для всех участников, всех возрастов. Спортивное ориентирование – идеальный вид спорта для детей. Он позволяет совершенствовать как навыки физические, так и умственные. Спортсмен должен не только показать хорошие результаты за счет своей выносливости и силы, но при этом еще уметь хорошо работать головой и на местности правильно определить направление, правильно рассчитать свои силы. В планировании маршрута и изучении местности спортсмену помогают топографические карты, на которых нанесены специальные знаки, чтобы выбрать нужное направление и двигаться по правильному пути, каждому ориентировщику выдают компас. Дистанция была длинная, хорошая, легкая. Я оценю свое участие на 10 из 10. Хорошо пробежал. В конце соревнований состоялось награждение лучших спортсменов. Ориентировщикам, которые быстрее всех выполнили поставленные задачи, вручили грамоты, медали и кубки. Луиза Игиазарян, Петр Пономаренко, Люберецкое телевидение.